Привет, друзьяшки, убашки, меня зовут Варя, сегодня мы играем в игру Roblox. Вот, и сегодня я снимаю видео не одна, а с... Пашей. Да, и в общем мы сегодня играем вот в этих монстриков, которых я боюсь. Паш, ты где? Я возле... А вот Люба не знает, что это за игра, я много нычек знаю, и мы будем прятаться. Ясно, и, короче, вышла вторая часть. Кстати, Паш, я знала про вторую часть. Я смотрела у одного блогера, она играла в эту игру и прошла. Офигеть. Но она правда... Я все знаю, все штуки знаю, а я 4 раза прошел эту игру. Ясно. Поэтому я прокачиваю. И, ребят, хочу сказать вам одну новость. У меня есть свой канал в лайке. У меня там, правда, 2 видосика. Ну, и подписывайтесь на мой канал. У меня называется канал Паша Хайп. Да, а у меня тоже это... Господи, Паша, получается, тут надо, чтобы 14 игроков набралось, и тогда у нас загрузится. 15. Все, у меня начинается игра, Паша! Кукулакутики. Ладно, это не то. Загружается игра, да? У меня уже все, у меня уже игроки бегут. Ну как сказать, не бегут, но в общем у меня ты, тут какой-то. Ты у меня... через меня зашла! Я выхожу! Выход! Все, я вышла. Понятно. Паш, может не будем, ладно. Я просто не знаю, мне страшно сильно. Короче. Не. У нас надо прям. Работать, чтобы было много лайков. Бэт, ходите от меня. Да блин! Ребят, я профессионал. Я знаю много нычек. А, мне дали... Привет! О, спасибо! Привет! А, Паш, ты что меня толкнул? Сумасшедший, что ли, уже? Ну, вообще. Вот он, видите? Вот видите мальчик возле меня? Видите, он меня толкает? Это он, это мой друг. Вот у меня радужная коробка такая. А у меня вот такая коробка. Ну, правда, она обычная, но просто мне я не хочу. О, все, поехали. Переезжаем через забор. Да, ну, ребят, мы сейчас, ну, знаете, я буду ходить только за Пашей, я одна боюсь. Я что-то подбоюсь. Ну, конечно, это разные друзья. Да, просто я смотрела обзор этой игры, как вы те радужные друзья играют, и я сильно уж испугалась. Поэтому как-то... И теперь попробуй сама играть в Rainbow Friends 2. О, нет! Кстати, у нас радужные друзья в ПКСД были. У нас и ПКСД, и если кто не смотрел, как я снимала ПКСД, которое видео у меня сейчас там новое вышло. У меня там будет новости, что к нам в ПКСД скоро новая угроза придет. К нам... О, мы бежим! Пропуск! Нажми пропуск! О, Паш, я даже с тобой бегу! Почти. Нас трое, а я первый! Да, ты первый. Давай, нажми на пропуск! Подожди ты. А, пропуск? Ну давай, нажимай на пропуск. Я уже нажал. О май гад! Всё, ходи только в коробках. Я разговариваю. Паша, Паш, ты так танцуешь? Круто танцуешь. Это я ему рассказываю, я не танцую, я ему рассказываю. Я просто одену коробку на своего игрока и буду только в коробке. Ты ходи только в коробке за мной. Давай будем разделяться, не будем только за мной ходить. Да. Кстати, сейчас появится вот этот чудик, я его знаю. Я увидела его такого. Красный, нажимай. Господи, ребят, ну вы посмотрите на него. Я их не боюсь, я их 4 раз, я их миллион раз, я прошел 4 раза. О, Паша у нас крутой, круто. Пойду заберу остальных, ты что, сумасшедший, что ли, он сумасшедший, он сказал, вот этот красный чубрик, он вообще сказал, пойду заберу остальных, он уже не тот. Это где? Я вот тут, я хожу.
Я сзади тебя иду в коробке. Я не пойму. Ой-ой-ой. Я знаю эти радужные штучки. И, кстати, я знаю, что когда мы начинаем играть, я знаю, что вот эти кристаллики надо собирать, а потом дальше не помню, но я знаю, что тут надо делать. Бля, чуть-чуть я остановилась. Ты увидел монстра? Он меня чуть не поймал. О, Паш, я вижу тебя в коробке. Я вижу тебя, что ты в коробке. Да, меня чуть не поймал. Паш, ты нашел. О! Паш, можно я заберу ту желтенькую? Я хочу просто. Ну, хотя не знаю, как ее забирать. А, ну как я понимаю, так? Ну, я пойду сразу. Ох ты, молодец. Я молодец. А я сейчас тоже принесу их. Эти штуки. Все, Паш, я тоже положу. Мы вдвоем остались, нас двое. Я очень боюсь. Там мне просто все самому страшно. Особенно если мы пройдем, то мы будем катиться в телеге, а мне это ужасно страшно. Я видела в телеге, что там монстры нападали, это будет ужасно страшно. А потом в конце еще надо будет убегать. В конце убегать? Ну, если не ошибаюсь, то я понимаю. Блин, я давно видела. Слышишь этого монстра? Мама. Блин, давай ливнем из игры, потому что нас только двое. Да, давай уйдем из игры, я выхожу. Я тоже. Может, ты... И давай заходи через меня опять. Давай. Вот так, давайте, ребят, я телефон сделаю. Все, Паш, я сейчас через тебя зайду. В общем. Подожди, меня закрыть. Паш, ничего, ты опять куда в этого чубрика лезть? Конечно. О май гад! Мне теперь придется маму просить, чтобы она его это. Чтобы она. Где видео резала. Паша, я к решетке бегу. Я тоже. Я вот здесь, посерединке. А хочешь, вот, видишь я? Вот видишь. А, вот. Вот он. Пошли за мной, Я знаю хорошую нычку. О мой. Все, Паш, я пошла. До свидания. О! Я вот сюда! Блин! Давай! Все! Нас забрали! Выхожу! Я через тебя сойду, не заходи в круг! Заходи в круг! Все, а я еще и в игре! Я в игре! Да блин, я через тебя выхожу, потому что я не в игре, потому что я вышел! Потому что. Тут какой-то чублик зеленый! Это костюм живой! Всего лишь это какой-то человек, который это сделал. Заходи! Круг! Я посерединке стою в сетке. А вот ты подбегаешь. О, нет. О мой гад. Мамочки, мне страшно. Через забор. Господи, я сейчас от страха просто. Не бой. Всего лишь-то будет 4 чуприка за нами гоняться. Очень быстрых. Всего лишь-то. Ну, мне кажется, что у них такой синий самый быстрый, мне кажется, ребят. Нет, самый быстрый это. Кстати, а вы знаете, если будет много лайков под этим видосиком, мы с Фарри снимем третью часть «Радужных друзей». Кстати, она уже вышла. О, да, ребят, ставьте лайк под этим видео. Когда наберется, наверное, сколько, Паш, нам надо нормальную сумму, чтобы 60 тысяч лайков и подписок. Все, снимаем. Да, ребят, нам надо, да вот столько всего, что нам Паша сказал, и мы снимем третью часть «Радужных друзей», но мы, наверное, будем снимать не только «Радужные друзья», вот пробовали. Конечно, мы будем очень прикольную игру играть. О, тут какой-то скин бан-бана. Это не зеленый «Радужный бронстер», это бан-бан, и это не из Роблокса. О, все. Все, на. Вот это бомбат. Ясно. Иди со мной. Где ты, Паша? Где? Паш, ты где? Нажимай коробку. А вот, я вижу тебя, вижу, Паша, я вижу тебя. Убирай коробку быстрее. Я знаю хорошую мышку. Да убирай быстрее, убирай. Я не уберу коробку. Сейчас не уберешь, мы спрячемся в пол. Вот здесь, смотри. Здесь надо присесть. Иди сюда. Вот. Здесь? Да, вот сюда. И видишь, что такая кнопка? Присесть. А я уже научилась.
И что, мы будем здесь сидеть, надеяться, что нам повезет? Да, и в коробку. А, и в коробку. О, нормально так Паша придумал у нас. Ну все, я сижу. Я вот так буду сидеть наверху, типа так, вот так. Ой, я вот так вот, я валяюсь. Ой, о, смотри, такая красивая коробочка с сердечками. Вот. А хочешь еще? Хочешь покажу? Кое-что. Че? Кое-что. Смотри. О, а сколько эта коробка стоит? Сейчас посмотрю, я посмотрю. Она... В смысле, а мне не хватит на нее. Я в такой. А ее нет здесь. А, она 100 рублей стоит. А у меня денег-то, а у меня-то 5 рублей. Всего лишь-то. Да. Господи. Лена, они просто подыхают, как мусс. А, ва. Просто подыхают. Господи, я уже я хочу посмотреть на какого-нибудь одного чубрика. Если честно. Понятно. Я не знаю, мне вроде страшно, но я не знаю. Мне кажется, хочется на одного чубрика проходить. Посмотреть. Я на первом месте в этой игре. Я ее 4 раза прошел. Ясно. Чувствуете разницу между Варей и мной? Ну, вообще, ребят, ну сегодня мой первый стрим, как я показываю Roblox, потому что я сегодня первый день играю в Roblox. Мы его только сегодня скачали. И вот я ей посоветовала скачать Roblox, и теперь мы вместе играем. И, кстати, ребят, я хочу сделать одну проверку, слышно нас или нет. Пишите буквы «В», если меня слышно. Напишите буквы «Я», если нас не слышно. Или как? Я теперь буду часто появляться на канале, потому что я играю хорошо в Roblox, и я ее буду обучать. Не, ну иногда я буду снимать по КСД, как что... Ну, короче, иногда я буду снимать одна, а иногда не одна. У меня тут просто еще в КСД друзья есть, которые просят мне показать их дом, как что мне... У них еще в КСД задание, вот. Короче, смотрите, я вам не рассказал, какая у меня коробка. Вот коробка с сердечками. Да, в общем, Паша со мной рядом находится, вот. Вот получается, его все в этом видео и слышно, и видно. Вот как-то так. Я сегодня на канал не просто так пришел, чтобы обучить ее играть в радужных друзей. Я думаю, мы пройдем. И, кстати, нам надо собрать вот этих 25, не знаю, что это, вот этих штучек, а собрали уже 19. Фонарики их все называют. Фонарики, не знаю, мне они кристаллики напоминают или, не знаю, духи. Только у меня фонарики. Ну, фонарики. Все говорят, что это фонарики, я много ютуберов смотрю. Кстати, еще ты зачем из коробки вышла? Да я нечаянно тыкнула. Ой, мама. Я валяюсь, я лежу. Я с тобой. На чили, на расслабоне. Все, ребят, мы, короче, с Пашей тут сидим, отдыхаем. Уже 23 фонарика собрали. Смотри, Паш. А, да, 23, реально. Прикольно. Тихо, звуки слышите? Слышали звук? Тихо, мне уже что-то стрёмно. А представьте. Стрёмно. Ребята, представьте, там какой-то фонтанник. Они дохнут, как мухи. Был найден. Сейчас человек-то не так уж и много. Ребят, давайте. Ребят, нам одну штучку оставь, чтобы выиграть. Давайте поддержку. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал поддержку. Давайте там, чтобы мы победили. Да. То мы проиграем и больше будем проигрывать. Поэтому давайте быстрее ставьте лайки. Да, ребят, и ребят, как вы думаете, сможем ли мы... Мне один комментарий. Пройти. Паш, хочешь кое-что скажу? Что? Мне один комментарий в Ютубе написали. Ладно, попозже посмотрю. Я сейчас не могу. А то мы сейчас играем, блин, игру, блин, по... А ты такая, игру, блин, профукали бы. Дальше ничего. Ну, да, кстати...
И Любу профукали просто так. Паша, хелп, мне страшно. И кстати, как я помню, если мы соберем все фонарики, то высвечится голова. И мы соберем их все вот в эту штуку одну, и тогда мы это. Будем газовые баллоны собирать. Да, и если мы все с кристаллика соберем, то у нас фонарик посвечит, и у нас будет нарисован радужный монстрик, да, если я не ошибаюсь? Такой. Нет, что? В небе. Что? Нет, я еще снимаю. По времени-то долго. Ребят, я сейчас вернусь. О, все уже. Паша, я сейчас вернусь быстро. Да. Когда челик выходит. Поддерживайте, пожалуйста, Вару. Иначе я больше не появлюсь на канале. Я и так буду появляться. Ну, чтобы я часто появлялся. Ставьте лайки. Вот я. Видите коробку? Ага, вот все. Я. Кстати, Паша, я уже повернулась. Я тут чуть-чуть с подписчиками поговорил своими. И я не буду рассказывать, о чем посмотришь в ролике. Хорошо. Господи, да! Что это за... Это желтый! Мамочки! Посмотри! Ты так быстро говоришь, я не успела прочитать! Сколько человек убила! Господи! Паш, ты остался хотя бы там? Да! Вот я тебя вижу! Я уже в коробку одела! Я вижу тебя! Я уже в коробку одела! Вот здесь стой. Хочешь увидеть ногу? Вот здесь стой. Хорошо. Все. Будем ждать. Вот! О! Я увидела. Видела? Да. А где я? Где я нахожусь? Я застряла. Я в какой-то сундук села. Сними коробку. Уходи. Лучше стой. Да блин, надевай коробку. Да я уже ее одела. И вообще, мамочки. Быстро, блядь, идти. Ой, я вижу желтого, он где-то там кувыркается. Ой, я вижу вот этого чубрика. Паш, смотри. Блин, я хочу, чтобы меня поймали. Ну, иди, я... Ну, давай, я... Я хочу, чтобы меня ёлки поймал. Ну, иди, я тоже тогда поймаюсь. Не надо, потому что, смотри, я просто знаю один лайфхак, если проезжаешь над батутом, прыгаешь, и все. И ты живая. Паш... Такой вот... Паш, подожди. Да. Подождите, ребят. Паша, когда у нас видео к концу подходит? Мы уже долго снимаем. Давай. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем... Стойте, ребят! Стоять! Ну, мы продолжим в следующей серии. Всем пока! Пока! С вами была Варя и... Паша, всем пока!